суток, дамы и господа. Вы проснулись с утра или вы просто подошли к телевизору, его включили, и вы видите на экране вот такую надпись: «Не удалось войти в картину ТВ». Прежде всего, стоит код ошибки 5, и написано, что ваш абонемент недействителен. У вас не прошла кредитная карта, у вас не проплачено ваше телевидение. Это плохо. Вы поставлены на паузу. Картина ТВ несколько раз попыталась снять деньги, деньги не прошли, и трансляция прекращена. Что делать? Почему это происходит? Люди часто не помнят о том, что они, во-первых, платят кредитной карточкой, и эту кредитку они давали тогда, когда они заключали соглашение. Либо это было соглашение с дилером, либо это было соглашение непосредственно с самой картиной ТВ. Люди не помнят даже того, что они использовали именно кредитную карту. Сколько раз мне приходилось слышать: «Никогда я кредиткой не платил, у меня снимают прямо с банковского счета». Так не бывает. Картина ТВ непосредственно с банковскими счетами дела не имеет. Мы всегда имеем дело с пластиковыми карточками. Любая карточка имеет срок окончания действия. И теперь у вас новый год окончания карточки, и три цифры security код сзади тоже обязательно будут изменены. У банка нашего, который находится в Германии, нет этих данных больше, и продлить абонемент автоматически они не могут. Что делать? Берете пульт в руки от картины ТВ, тот, на котором написано «картина ТВ», и давите центральную кнопочку Enter. И вот зеленым у нас сейчас обозначен номер нашего абонемента. Пожалуйста, перепишите его на бумагу и, набрав номер технического отдела, номера технических отделов находятся у нас на сайте «Картина ТВ». Вы там можете узнать все бесплатные телефоны, которые существуют по разным странам, чтобы связаться со службой поддержки «Картины ТВ». В данном случае я указываю телефон, который прекрасно работает у нас в Америке 24 часа в сутки. Это телефон 1-888-827-0606. Добавочные цифры 31. Раздадутся длинные гудки, и вы услышите службу поддержки, которая всегда представится на русском языке. И кто бы из операторов не снял трубку, Иван, Денис, Толик, там их много у нас операторов, все ребята очень хорошие. Вы просто говорите, что: «Друзья мои, у меня, кажется, не прошел мой абонемент проплата, мне нужно восстановить мою карточку, новые данные я вам сейчас дам. Посмотрите, пожалуйста, абонемент номер», и вот здесь вы его называете, в данном случае 1-3-4-5-7-6-6-2. С вас попросят данные кредитки, вы их подтвердите, и через 5 минут ровно проблема будет решена. Телевидение у вас будет включено. Все, что остается сделать, это перезапустить приставку, сделать ее рестарт. Делается это просто: вынимается левый или правый, в зависимости от приставки, самый тоненький кругленький шнур прямо из приставки, из гнезда. И этой же серебряной и хромированной шпилькой вы вставляете обратно в дырочку шнур сетевого питания. Приставка при этом перезагрузится, и телевидение вернется к нормальному состоянию. Я думаю, я очень подробно и грамотно ответил на этот вопрос. Оставайтесь со мной и в данном случае с программой, которая называется «Картина ТВ. Вопросы и ответы». Я ее автор-ведущий Юрий Тенман. До новых встреч. Задавайте ваши вопросы. Будем отвечать. Берегите себя.